Друзья, приветствуем вас в магазине Skybit. Сегодня у нас обзор очень необычного хендпана. Такой малыш, мини-хендпан, диаметром всего 48 сантиметров, но звучит он просто бомбически. Я на самом деле, когда попробовала его, я просто влюбилась. Строй пигми – один из самых душещипательных, приятных строев. Послушайте, какой он. Из-за того, что диаметр меньше стал, то и тональность как бы стала выше, он менее басовый, чем все остальные, но у него очень-очень чистые нотки, высокие и кристально чистые, и этим мне он нравится. Все настроено идеально, каждая нотка в отдельности, ее обертона. Просто он приобретает такой более стеклянный призвук. Корпус при этом все равно позволяет играть в перкуссионном стиле. Этот вот тот самый грув, который я везде использую, чтобы показать скорость. В общем, я бы сказала, что на нем получается все так же хорошо, как и на стандартных хендпанах, но у него вот эта своя изюминка, то что он очень высокий, очень пронзительный и очень романтичный. Прям нежной. Супер звук. Какие преимущества дает этот размер? Ну, первое, он банально легче, его легче брать с собой. Второе, он вмещается в чехол даже от язычковых барабанов, например, от тех же самых катонов, то есть они прям по чехлам идентичны. И это немаловажный факт для тех, кто летает со своими инструментами в самолетах, потому что обычно к вот этим инструментам, к сумкам, в которых лежат они, никто не придирается. Она более компактная, более узкая, в высоту меньше и как бы обычно просто пропускают спокойно в самолет. Следующее — это удобство расположения нот. Просто из-за того, что он меньше, они все как бы собрались ближе к вам, и все скоростные фишки получаются легче, потому что просто разнос рук меньше становится. И немножечко про сам строй и про звук и ассоциации, которые он вызывает. Такая мечтательная, романтичная грусть, но очень... То есть она как бы грустная, но вот за счет того, что он высокий, такая грусть с надеждой. Нет какой-то безнадежности, просто очень светлое, парящее ощущение. И пигми, пожалуй, такой самый... романтичный строй. Очень мелодичный. Но при этом он может быть в меру драматичным, если поискать эти созвучия на инструменте. Вот, и вполне выдает такую эмоцию более сильную. Но все равно пигми — это любимец тех людей, которые играют обычно на каких-то практиках, на йоге, на медитации, потому что общая его канва — это такое парящее спокойствие.
Я на самом деле не могу сказать конкретно, кому его посоветовать. Просто если вы придете и влюбитесь в него, забирайте, не раздумывая.